Всем привет! Сегодня 18 апреля. Будем ставить лебедку на трактор. Лебедку снимали, отремонтировали. Поменяли втулку на валу. Кардан поставить еще надо будет. Кардан сделал. Крестовины поменял на кардане. И вот этот поддончик поставить. И кардан. Ну там затянуть само собой все. Вот эти болты вот. Здесь все поставить и все, и можно работать будет. Все, я сейчас буду грузиться лесом. И погоним домой на пилораму. Последний рейс. Там мост сейчас завтра убирать будет мост. А может завтра утром еще съезжу. Птички чирикают. Кругом лес.
я сказал Федоровичу, говорю, Федоровичу, надо будет решить. Что тебе надо? Что купил? Все купил. Что тебе надо больше? Интервью. Вот я сказал, что нам надо воды будет как-то сопоставлять. Или как? Воды, Саня говорит, снег пока снимай, есть, да? Снимай, подожди, Леха, скажи. Леха! В общем, вот, Федорович, сейчас ты будешь перевозить УАЗик оставляя нам. Или ты приедешь нам через два дня. Сам, или придет этот лесовоз. Федорович, никаких жалоб там нету. Там поедет, а нахуй никуда не ездит, не надо. Вот. А что? Он все покупает, все, что этот. Леха тоже там дома сидит. Ну, пускай, я хочу с ним поговорить. С этим Лехой. Да по телефону можно еще? Да, почему по телефону? Нет. Нихуя себе, по телефону. А что, воды, говоришь, тебе воды надо? Ты завтра приедешь? Ну, завтра может быть. Завтра ехать будет. Заберешь катуху. А ну и солярку. И воды. Пили. Леху пойдет пилить. Пускай. Мне не надо твою катуху, чтоб три дня здесь отходила, блядь. Все. Вопрос закончен. Нет базара. Я, блядь, 6 часов встану, блядь. А я 5, да? Как раньше. Ах, алкаш, блядь. Что-то спиртом, да, как-то попахивает. Видимо, эти шкаликов набрали на чемодан. Как уехал, он что-то еще. Ну все, всем пока. До новых встреч.